Нужно читать что-то. Евгений Гайер. Евгений Гайер, я пришел поддержать Ирину Волынскую и вообще всех, кто сегодня выступает. И что прочитать нужно? Я просто не готов. Про любовь. Из одной хорошей библиотеки шли домой поумневшие практически за день человеки. У одной человеки от усталости закрывались веки. Крутился у другой в голове вопрос. И вдруг та, что с полуприкрытыми, отвечает вопросом на незаданный еще пока вопрос. Слушай, а ты знаешь, сколько биллионов слез в океане, грез на небе, звезд в каждой божьей твари, ожидание тонкой линии горизонта, невидимый шум грозового фронта. Вопросы отпадают сами собой. А с тобой это тоже случается, когда сердце отчаивается? Отчаливаем от одной библиотеки и перешвартовываемся к другой. Знаешь, весь мир такой. Но если взглянуть сквозь полуприкрытые веки, то можно увидеть, что весь мир сойдется в одном человеке. Мир будет течь рекой.